Здравствуйте, мои дорогие. Я хотел вас пригласить на новый тренинг, который пройдет у нас 10, 11, 17, 18 ноября в Киеве. Это будет тренинг по Enterprise паттернам. Напоминаю о том, что такой тренинг мы уже читали один раз я уже читал. Тренинг зашел замечательно. Честно говоря, это та тема, про которую практически никто не рассказывает, потому что тема реально сложная. И, скажем так, гораздо проще рассказывать обо всяких там текущих модных фреймворках и срывать хайп на блокчейне. Ну, такое. А вот подумать о том, как строить архитектуру, подумать о том, что такое, как строить приложение, с чего начать, какими решениями руководствоваться более опытных программистов и так далее, это, в общем-то, скажем, такая штука сложная. Тренинг основывается на книге Мартина Фаулера по Enterprise шаблонам. Книга, честно говоря, достаточно тяжелая для понимания, я сам кровь из глаз пока прочел. Но я постарался ее вам переложить максимально просто, и тренинг такой, ну, скажем, получился, мне кажется, достаточно доступный. Хотя, честно предупреждаю, для людей, которые уровни ниже мидла, будет очень тяжело. Честно говоря, и мидлам тоже будет тяжеловато. Вот. Но приходите. То, что тяжело, это не значит, что неинтересно. Я вас уверяю, что вы совсем по-другому после этого тренинга посмотрите на свою разработку.